Все, камера я тебя включил, запись пошла. Дим, у нас ученик, Паша, все то же самое, встегнут, готов, выбираем слабину и пошел. Прием, Виталий. Ветра по
высотки проход напрямую. Ветер на земле у нас ветер 3 метра, поэтому для тебя это такой плотненький ветерок, поэтому может запереть. Поэтому есть вероятность, что нужно пораньше поворачивать. Напрямую выходить, через лево будем выходить. Не раскачивай компа, давай уже плавненько налево выходим. Посмотри опять на колдун, направление строго против ветра посадки. А как? Прошелся немножко. А-а. Прошелся, остановился, развернулся. Угу. Вот, это так, да? Там, да, ну, походу, не знаю. Фу. Круто. При развороте.